Привет, друзья! 18 апреля, 22 год. Смотрите, как уже никакого снега, травка зеленая. Прям весна. Ну, большого видео, я думаю, не будет сегодня, потому что я предыдущие два зимних похода наглотался холодного воздуха, простудился, в общем-то, до сих пор немножко покашливаю, так что поберегусь. Так, путевые заметки, если что-то будет интересное, не более того. Ведь уже практически раритет, да, москвич? 21.40. Был у меня похожий агрегат желтого цвета. 21.40 SL. SL типа суперлюкс. Но недолго. Рассказывал я на стриме историю. Смешную и грустную про то, как мы с приятелем покупали такой москвичок. Сейчас даже не помню, в каком году это было, очень давно. Газончики тут окапывают, кустики какие-то посадили кольцом. Грязь вроде убрали немножко собачью. Прям даже сочувствую я вот этим рабочим, которые вынуждены весной все это собирать. А тут тоже, вот смотрите, явно посадки какие-то зигзагом. Небо голубое-голубое, ни единой тучки. Вот то самое место, загаженное напротив скамейки. Ну, все убрали. Хотя следы такие остались, что здесь не просто так. Ладно, подожду до Коломенского, а то тут пустой Кленовый бульвар. Наверное, не очень интересно все это. Дошел до Коломенского. С левой стороны ярмарка, пока еще не убранная, потому что вчера выходные. Справа все те же грузовики, которые все еще что-то возят на строительство метро. Тут вот будку охранничью поставили на входе. Теперь, если утром, как я рано ходил, а дверь закрыта, если там кто-то будет, можно будет настойчиво стучать.
Хотя что-то вряд ли я буду ходить, не знаю. Тут что-то опять у нас строительство затевается, видите? А внутри было очень много катушек с кабелем. Пока не было загородок. Вот. Ходили недавно, и там катушки. Не знаю, куда делись. А лежат они, вот еще лежат. И тут какие-то понатыкали затычки. Не знаю, что это такое будет. Охрана. Полоса с колючей проволокой. А может, уже как-то готовится к пуску метро. Будут вход делать, не знаю. Жизнь покажет. Ну, собственно говоря, вот, смотрите. Видно, да? Это под столб. Площадка под столб. Значит, есть подозрение, что это все будет освещение, возможно. А может, менять столбы будут. Видите, тут какая-то типа времянка. Ну, правильно, а что? Все должно быть по высшему разряду. Ежегодная замена асфальта, ежегодная замена столбов. Все же должно крутиться. Бесконечный реставрационный процесс. До реки дойду, наверное, потом назад потопы. Перезимовавшие яблони. Там ярмарка меда опять открыта. В прошлом году я говорил, что мне это напоминает посадки, но в этом году уже воздержусь. Все приобрело совсем другое звучание. Дерево, которое здесь сломалось, прям как вообще никогда не было, вот эта площадочка, где оно росло, все травкой затянулось. Кто не знает, так и никогда и не догадается, что здесь было огромное-огромное дерево. Под этим деревом одиночным таким все время человек загорает. И я прям как чуть-чуть солнечные дни начинаются, я уже все смотрю машинально, не приехал ли он на велосипеде, потому что буквально с самого, так сказать, начала солнечных дней и до последних осенних он тут принимает солнечные ванны. Но пока еще, видимо, рановато под тем деревом одиночным.
Посмотрите, как все. Все оживает в глазах. Даже не знаю, как встать вот так что. В парке все по-прежнему. Бегуны бегают, вороны на пару кричат, курм птичий. Что-то они все так распушились. Воды стало много. Ну, половодье, наверное, тает. Поднялась вода. Практически, я скажу, наверное, нормальный уровень. Судя так по привычной картине. Вот сам я не застал, но в прошлый раз гуляли с супругой, и она говорит, не грохочет, а не помнит, какой год был, но было такое половодье, что вот эта набережная была затоплена водой. Представляете себе? Но я этого как-то вот не застал здесь. Значит, до момента, когда я здесь поселился. Дорожка проседает, прям ощутимо проседает. В прошлом году не было такого. Течение тихое-тихое. Тут вот катались на санках всевозможных, а теперь залечивают траву. Дошел до водопадика, по-прежнему он шумит. Хочу подняться наверх, посмотреть. Лед сошел с прудиков или нет? Наверное, нет. Там и место такое не очень солнечное, и течения нет. Сейчас посмотрим. Ага. Ну, в общем-то, нет. Ответ отрицательный. Пока еще покрыто льдом. Вот рояль этот посередине прута, арт-объект. Так. Ну, с краешков лед, конечно, подтаивает. Ну, ночью, видимо, мороз, потому что открытая вода тоже покрыта корочкой льда. Видимо, за ночь подмораживает. Посмотрим. Опять, наверное, утки здесь утят будут выводить. Насчет черепахи, даже не знаю. Самому интересно, будет черепаха или не будет. Воздержусь от прогнозов. Купание, синицы, воробьи, голуби. Красота. Цветочки пробиваются уже первоцветы. Ну тут-то все вытоптано, конечно. Ну так, если чуть поглубже зайти, то желтенькие, голубенькие цветочки. Природа оживает. Хорошая
место безлюдное, безветренное сегодня. Прям даже можно было бы на велосипеде проехаться. Не знаю, как в этом году сложится. Там есть определенные проблемы. Места свободного стало мало в квартире. И велосипеды негде, так сказать, разложить, чтобы они стояли готовые к поездке, чтобы утром просто взял и поехал, как раньше было. Соответственно, они сейчас в зимнем стойле находятся, в сложенном виде. Ну, а так, утром рано, в 6 утра тут, не знаю, конечно, складывать, раскладывать их. Посмотрим, в общем, как. Может, что придумаем еще. Но, во всяком случае, ситуация усложнилась. А так хорошо, тепло прям. Я одет по-зимнему. Прям просто по-зимнему, как вот всю зиму ходил. Ну, конечно, жарковато. Надо переодеваться. Что-то рыбаков нет. Не знаю, может, сейчас нельзя по каким-то там рыбацким законам рыбу ловить. Может, у нее там период икрометания. Но нет. Сейчас и вода поднялась, по идее, им бы можно сидеть на своем излюбленном месте. Но что-то нет их. Утки куда-то поисчезали, тоже, небось, занимаются гнездованием. В прошлый раз гулял здесь, все было усыпано чайками, утками. А теперь вот, ну вот есть одна, сидит, спряталась. Но явно не то количество. А наверху, вот в тех краях, яблоневый сад, и там пруд есть. Он один там, собственно говоря, пруд. И в прошлом году там угори выводили птенцов. Ну, я снимал, как обычно. Вот ходили недавно, дня 3-4 назад с супругой туда. Прикиньте, пруд также весь затянут льдом, не растаял. Но на берегу прям сидят пара угорей, опять, не знаю, те же самые, другие. Нет у них опознавательных знаков. Вот прям такое ощущение, что сидят уже и место застолбили. Ждут, когда лед растает, и можно будет заняться обустройством. Ну, сходим туда, посмотрим, как у них. В прошлом году, прям когда весной ходили, даже страшно туда было подойти. Явно одна пара гоняла другую. Прям так агрессивно. Среди яблонь, стволов, они там маневрируют, летают друг за другом, кричат. Прям даже не подумаешь, что такие тяжелые грузные птицы вот так вот себя могут вести. Ну ладно, если увижу в этом году, постараюсь снять. Птички поют. Прям хочется посидеть на лавочке, погреться на солнышке. А так пустынно. Пустынно. Машина мусорная где-то там вдалеке. Указатель до дворца. Вот там дом Дьякова на горе.
Пойду еще немножко добреду, может, до поворота и назад домой. Дошел я опять до конца парка. Вот сейчас хочу подойти к этому дереву, которое бобры, видимо, пытаются доконать, скажем так. Тут еще изморозь ночная. Ну вот, видите оно, да? Типичная такая картина, много стружек. И вот так вот это все выглядит. Сейчас с другой стороны, может быть, против солнца, чтобы встать. О. Это и в прошлом году было, смотрите, вы видите? Вот этот вот, ты же обтученный зубками. И здесь вот они. Видите, следы такие же абсолютно. Делает свое черное дело. Мне кажется, что не так сложно защитить. Надо просто внизу дерева защиту такую из металлических каких-то труб поставить, чтобы нельзя было к нему подобраться. И все. А иначе он все здесь уничтожит. Мост, ну, мешает солнце, ничего не видно. Мост новый строится. Это гостиница на Каширском шоссе. Коломенская, кстати, тоже называется. Все Коломенское называется. Ну ладно, сейчас немножко отдохну. И пойду назад, уже пора. Что я включил? Я вначале говорил, что вроде как уровень воды нормальный. А вот если смотреть на эту заводь, не знаю, как правильно ее называть, бог с ней, то здесь как бы вообще воды нет, смотрите. Хотя, по идее, если в реке уровень как обычный, то она должна быть заполнена почти вся. Странно. Неужели так еще уровень недостаточно? Тут же и камыши, и утки любят здесь времяпрепровождение устраивать свое. Но пока ничего. Все традиционно до скамейки. Немножко отдохнуть, посидеть. Просто символически, не то чтобы усталость. И в обратный путь. Возвращаясь домой, засиделся я на лавочке. Вот тут пара угорей, один впереди дорогу переходит, а второй тут стоит. Типа на стреме. Явно так голову поднял. Ну, улетят, конечно, испугаются слишком. Слишком близко я иду. Красавцы. Перекликаются. Но я ж вас не трону. Чего боитесь? Типа подает сигнал, давай, да, давай назад. Отвращайся. Вот он. Это, мне кажется, самец, а та самочка. Ну, не сказать, чтобы она особо и боится. Не буду вас пугать.
мне надо топать побыстрее, потому что я далеко ушел, времени много потратил. А мне надо на почту заглянуть. Там посылочка пришла долгожданная. И плюс еще сегодня заказ с утра коносовский. Часам к 10 надо бы дома оказаться. А сейчас уже 9:30. А идти мне еще ого-го. Почти завершилась моя прогулка. Вернулся я на судостроительную. Но не домой иду сейчас. Нужно заглянуть на почту, забрать посылку. Долго она ко мне. Нет, ну дошла-то она быстро, а вот вся эпопея долго продолжалась. 2 месяца, ровно 2 месяца. Поэтому я сейчас перехожу на ту сторону и иду до почты. Наверное, здесь есть смысл. Мы переходим. Все, заберу, покажу. Вот она почта. Ну, получение, как обычно, с заднего крыльца. Давно не ходил. Все здесь раскопано. Вот тут вот у нас получают посылки. Так, ну все, получил. Хочется показать посылку, но уж больно потом затирать много надо будет всяких данных. Первый раз такой у меня в Турции. Смотрите. Не буду показывать потом. Потом вставлю, а то потом затираниями всякими неохота заниматься. В общем, распаковку сделаю, но будет она на другом канале, на радио. А сюда ставлю, может быть, если фотографию самой посылочки. Ну, прикольно выглядит. Все, бегу домой, теперь ждать тут коноса надо.